Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, заберем свои награды, откройте набор карточек. Посмотрите рекламу, я тоже сделал. Завершите все ежедневные задания, это мы еще сделаем. Так, ускорение, потратить еду, собрать 3 мода. Совершить 3 сделки, я, наверное, сделки вначале сделаю. Фонтан Океан за 3656 ДНК, нет уж, увольте. Гейзер, да, гейзер я, пожалуй, отдам. 3 штуки. Кулазуха на очки доверия. Ну, давай. Кулазухов у нас очень много, поэтому можно поменять. Так. Очки доверия на баксы? Конечно, конечно, я поменяю, ребят. О чем тут может быть и речь? Баксы на статую мозазавра? Спасибо большое. Вот на это я точно не пойду. Так, ну что, в принципе, все. Можно, наверное, еще посмотреть, что у нас там с динозаврами. Так, ищем, где их больше всего. Так, Кулазуха 4 штуки. Афиакадона 6. Вот, ну, Дозуха, например, их 8. Можно сбагрить все 8. И получается по 10 долларов за одного Нундазуха. Вот так вот. Совершили мы, короче, эти сделки. У нас, кстати, почти 1000, ребята, баксов. Мы сейчас еще кое-что сделаем, поднимем уровень. Опа-на, 69-й. Так, веселая хижина, цветущая вишня и территория. Плюс дали нам пак Гуанлун. Но это еще не конец, как ты понимаешь, да? У нас вон еще территория. Опа, расширили. Так, а могу. Давай здесь. Здесь. Здесь установим. И все, что ли? Больше я не могу нигде. Ну, ладно. Все равно, ребята, как раз у нас вот эти вот 3 сделаются. И, скорее всего, мы получим 70-й уровень. Так-с, давай дальше. Смотрим. Здесь забрать что-то у нас можно. Что тут можно забрать? Ага, понял. Так-с, давай-ка я, наверное, здесь, ребята, ускорю по-быленькому. 45 баксов потрачу. Да неужели? Да неужели? Родной ты мой, созрел. Так, давай-ка мы тебе уровень поднимем и начнем эволюцию. То есть, ребята, я его прокачиваю до 40 уровня. Кстати, у меня же здесь... Помнишь, я тебе говорил, что я играл, но не получилось записать, потому что, ребят, постоянно вылетала игра, и я как бы плюнул... И не стал этот выпуск выкладывать. Но у меня же теперь... Блин, найти бы его теперь. Короче, прокачал я до 30 уровня нашего... Сейчас я тебе покажу. Гибриды. Вот он. Индоминус, да, друзья мои? Я его прокачал. Где он хоть? Вот он находится у нас где. Эх, красавчик. А что у него за гибрид, интересно? Ё-моё, Индораптор. Это нужно Велоцираптор и Индоминус Рекс 40 уровня. Слушай-ка, а у меня в наличии сколько? 8959, а тут нужно всего лишь 4000. Блин, мы можем его потом перевести. Интересно, стоит? Ребят, напишите мне в комментариях, стоит ли его потом переводить вообще или нет. Так, а пока заберем здесь награды. Использовать одно ускорение нам нужно. Ну, это сделается легко и просто. Например, берется тот же самый Гуанлунь. И вот так вот он ускоряется. Угу. Забираем тут награду. И теперь нам нужно принять сражение. Так, на любой арене 3 раза. Плюс водная, плюс кайнозойка. И собрать 3 мода. Ну что ж, давай соберем тогда моды. Что нам тереть-то? Тереть нам нечего. Будем, наверное, за деньги. Поехали. Ну что, Блю, давай. Что-нибудь хорошенькое мне, пожалуйста, подкинь. Дает мне пронзающий укус. Куда он там смотрит? Наверх. Почему он наверх смотрит? Там типа ему сверху сбрасывают еду или что? Так, альфа увеличивает показатель атаки всех существ на 100. Да, точно, по-моему, там кидает еду, и он поэтому смотрит туда наверх. Ну что, забираем с тобой последний мод. И это у нас увеличивает запас УЗ на 20%. Ну и прекрасно.
Так, ну что, пойду я, наверное, в водную кайнозойку сыграю. А, у нас же еще уровень схватки 69 за 4500 ДНК. Значит так, Зухариптор, Крутозавр и Гиганоцефал. Против Зухариптора я поставлю однозначно Травоядника. И это будет, наверное, Орхозавр. Против Крутозавра я возьму Эдиоморфодона. Наверное, да? Попробуем. И против Гиганоцефала я возьму Карнораптора, да? Пойдет? Я думаю, пойдет. Фух, ну что. Я думаю, наверное, ребят, на нашей стороне будет удача. А если я сделаю вот так? Что этот Зухариптор будет делать? Наверное, будет меняться, скорее всего. Серьезно поменялся. Ударять не стал, ребята, он. Ударять не стал. Наверное, он взял тут защиту, скорее всего. А вдруг не стал брать? Проверим. Ты посмотри, какой жук, а? Не стал брать. Так, на кого он меня? Блин, на Гиганоцефала. Слушай, ну он ничего не стал делать. И это очень круто меня веселит. Смотри, я его размажу сейчас. Ха! Гиганоцефал минус. Так, Зухариптор, что ты будешь делать, а? Сколько ты будешь сливать? 4. Одну очку действий, ребята, он оставил, поэтому... Одну очку действий. Значит, получается... 1, 2, 3, 4. Вот так вот получается, да, нам нужно сделать. Ну что, минус? Замечательно. И выходит Крутозавр. У Крутозавра, как мы видим, 20 уровень. 684 к атаке. Понятное дело, что он нас здесь уничтожает. Ну а дальше Эдиоморфодон уничтожит Крутозавра. Ведь уничтожишь? Да. Вот и все, ребята. 4500 ДНК мы с вами забираем. Неплохое начало. Так, теперь нам нужно будет сейчас сыграть. Ну, только не надо зависать, пожалуйста, игра. Не дуркуй. Я уже боюсь, ребят, вот это вот. Когда начинается, то в бой не можешь зайти, то выйти не можешь по-человечески. То во время этого может вылететь игра. Всего я уже тут опасаюсь. Ну что, я пошел тогда, знаешь, куда? Пройду кайнозойку одну. Возьмем Уртинотериума, Телокосмила и Паноктуса. И пройдем с тобой одну водную ПВП-шку. Но там нужно будет 3 ПВП-боя сделать. Так, Сумчатый Лев, Археофицион и Индрикотерий. Вот такие вот у нас противники будут. Ой, как я неудачно, ребят. Это плохо. Это не очень хорошо. Само собой, берем Паноктуса. И вот так вот. Он сейчас поменяется, верно? А он сейчас поменяется. И взял он Эндрикотерия. Плюс одну атаку прописывает. Ну что, нам тут поможет Телокосмил, в принципе. Ну что, давай 2 атаки пропишем ему. А он одну очку действия передает, значит, Археофициону. Это плохо. Это, ребята, не очень хорошо. Это вообще меня не радует. Ему достаточно одну атаку провести, да? А, ну да, одну атаку. То есть, грубо говоря, он взял преимущество перед нами. Да. Давай попробуй так. Твою налево. Будет он меняться на Сумчатого Льва, интересно, или нет? Да, скорее всего, будет. Только дело в том, что он меня пробьет. Он, ребята, если он сейчас все будет с... Как тебе сказать? Да. Он все потратил.
Он меня здесь уничтожил, конечно. Раз-два. Раз-два, раз-два. Ну, давай так попробуем. Это гибрид. Плюс 23 уровень. Даже если бы, друзья, я взял бы здесь две защиты, он все равно бы меня пробил. 436 к атаке. Ну, ты понял, да? В чем прикол? Тут в любом случае я проиграл. Ну, тут нереально было. Моя команда проигрывала при любом раскладе, как бы я ни сделал бы. Хоть так, неудачно. Опять игра начинает вылетать на ровном месте. И меня это уже бесит. Так, на чем я остановился? Я остановился на том, что хотел сыграть водную. Поехали. Ну, надеюсь, хоть здесь-то сможем победить, а? Артакон, Генодус, Хайнозавр Текс. У него Гинекоприон. Да, это у нас как-то неудачно здесь, ребята, вышло. Давай-ка я, наверное, поменяюсь. Что он сейчас предпринял? Ну, он 100% будет меняться, это понятно. Он будет меняться, а вот на кого? Да ладно, ты серьезно? Две защиты взял. Но тогда, скорее всего, ты уже... Блин. Гинекоприон взял он. Так, кто у нас там мощный самый против него пойдет? Хайнозавр? Выбора у меня все равно нету. Так, он менялся. Он менялся и все тратил, да? Поэтому, да, мы его ушатываем. Стиксозавр выползает опять. Ну и что же ты придумаешь? Все-таки решил одну атаку мне прописать, да? Ну, а я тогда пропишу тебе три атаки. Ух, ё-моё. Ничего себе. Вот это я, да. Ну, зато, ребята, он все потратил. 191, грубо говоря, 200, да? 200 на 4. Он, кстати, может мне сейчас Генодуса-то и уничтожить. Таким темпом нет. Таким темпом у тебя, парень, ничего не выйдет. Короче, я его увалю. И Кевикея сейчас выползет. Да, выползает. Смотрим. Такая задними ножками барахтает. Генодус. Ну, это неудивительно. Это неудивительно, что он здесь нас вырубил. Артакон. Гигантский Артакон. Рискуем. Ты смотри, а. Ну сколько он сейчас, получается, потратит две атаки? А, нет, ему даже три придется потратить. И получается, мы его добьем сейчас. Нам как раз нужно будет три атаки, а у нас будет четыре доступных очка действий, так что расписываем. Вот и все, делов-то на копейку. Ну что же, хотя бы здесь выиграли, уже радует. Так, сейчас мы с тобой заберем награду. И это деньги. Так, и плюс за рекламку. Так, еще разок, нифига себе, чьи-то у нас такие черные эти стали-то.
Угу. И еще 200 ДНК. Забираем тут. Сейчас, кстати, еще награду заберем. 37 тысяч еды. Опять они показывают, забери, а что забрать нету. Вот тут только есть у нас. Ну что, давай глянем тогда, что нам еще. Так, вместе с приливом. Землетрясение тут у нас. А вместе с приливом можно мне глянуть? Ух ты. Блин, тут как всегда, ребята, шансы малы. И опять же это водные. Это водные у нас битвы, а я потратил здесь уже. Хотя у нас есть откаты, можно вернуть. Ладно, давай попробуем. Возьмем здесь тилозавра. Дальше, против Зуходуса. В принципе, тилозавр и пойдет против Зуходуса, но мы можем еще сделать вот так вот. И Ризот. То есть они все втроем здесь, да? Ну, давай возьмем 51 уровня. Что-то как-то мощно. Ну, а если я возьму Артакантуса? Поехали. Пока доллары есть, можно, ребята, немножко потратиться, да? Я думаю. Ну что, я возьму, наверное, вот так вот. У нас классовое преимущество перед ними, всеми. Так что особо паниковать не стоит. Раз, два, три. Все-таки я думал, он возьмет защиту. Одну очку защиты поставит, но он, видимо, передал их сюда, да? 203. То есть ему надо сливать полностью все. И он сливает. И он сливает это в наглую. 1200. Хорошо, вырубаем мы Зуходуса. И выползает Ризот. Ты посмотри, какой он противный, этот Ризот. Ну что, хана ему. Так, первый бой за нами. Жалко, конечно, что Артакантус у нас не отыграл. Хотелось бы с ним немножко тут поплавать, но не удалось. Мегалодон. Так, против него очень хорош Генодус. Стиксозавр. Против стиксозавра хорош... Ну, в принципе, ромалезавр подойдет. И опять Ризот здесь, 50 уровня. Я так, блин, все доллары, друзья мои, спущу на них. Так, посмотрим, неужели он возьмет Ризода? М? Конечно же. Конечно, он взял Ризода. Давай попробуем так сделать. Ах ты, жук ты такой-то, а? Все равно у тебя ничего не получится. Давай-ка возьмем ромалиозавра. Раз, два, три. И возьму одну защиту. Будет атаковать? Нет, он меняется, ребята. Он меняется, берет Ризо, да? То есть уже ставки уже по-крупному идут. Я как погляжу у нас, да? Давай я так попробую. Блин. А, уничтожил. Слушай, я его уничтожил. Ну что, стиксозавр. Ему придется 3 очка действий потратить. 4 тратит. А всего у него их 5, да, было? Вот так нам надо сделать, чтобы его ушатать. Ну и, соответственно, Мегалодуша. Давай, ничего не стал делать, друзья мои. Он ничего не стал делать, я попробую его пробить. Да, у меня получается. Не думал, не гадал, но видишь, как получилось. Так что выиграли мы. Двигаемся на следующий поединок.
Архилон. Против Архилона у нас пойдет гигантский Артакон. Против Ксенотодона у нас выступит, блин, Кранозавр получается, да? И против Плезиозуха выступит, блин, мощный чувак, Плезиозух-то. Давай вот так, наверное, сделаем. Вот здесь, конечно, я немножечко сомневаюсь, сможем ли мы здесь одолеть. Вот в чем проблемка-то. Он меняется и атакует. И ведь не побоялся, а? Ты смотри. Ну что, две атаки, ему крышка. Пускай идет ко дну. Так, опять же выползает Архилон. Ему, а ему надо потратить две атаки, прикинь. И он их тратит. Так, 3 на 600, как раз у нас получается, да? Да, вырубаем. Ну и Плезиозух. Две скидывает он атаки, и получается мы его сейчас добьем. Подожди, а точно мы его добьем-то? А если даже не добьем, ребят, все равно у него не хватит. Да. У него не хватило бы мощей нас пробить. Так что все топ. Последний поединок. Так, Генодус. Против него мы возьмем Банана Гномиуса. Против Ромалиозавра я возьму, наверное, вот так. И против Плезиозавра нам надо будет взять. Как вы дорого стоите, а? Ну что, поехали. Я надеюсь, не зря дадут мне какую-нибудь легендочку-то, а? Хотелось бы получить легенду. Ты смотри, решил атаковать все-таки. Да я знаю, он меня провоцирует. Раз, два, три, я рискну. Отлично. Так, выползает Ромалиозавр. Ему тут в любом случае придется две атаки тратить. Как ни крути. Ну, а дальше уже разберется Артакантус. Раз, два, три. Вырубаем его. И, ну, Плезиозавра, ребята, вы сами видите. Классовое преимущество. Три атаки он будет тратить. Две? Ему двух хватило? Ну что ж, тогда до свидания, парень. Всего хорошего, как мы говорили, да? А он что, думал, я с ним буду сисюкаться, что ли? Нет, конечно. Пожалуйста, дайте легу, 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 дайте легу, 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 легендарку, пожалуйста. Какой Мауязавр. Не везет, ребята, мне на легендарные карты, хоть ты тут тресни. Так, ну что, мы здесь выиграли, да? Дальше у нас, подожди, что у нас там по заданиям? А, нам нужно еще любую арену сыграть. Так, землетрясение. Что у нас на землетрясение? Чисто спинозавр, да, получается? Тут еда. Чисто травоядными я должен сидеть? Нет, ребят, это бред какой-то. Давай вот здесь сыграем. Возьму, например, Лимноцелиса и, допустим, Майюнгозавра. Вот такими хочу я поиграть. Играем чисто за хавчик. Ну что ты будешь делать, Ютараптор? Атакует, а? Ты посмотри на него. Раз, два, три. В топку тебе. Гуанлунь. О, у него атака-то
36, ну 40, да? 40 и 40 это 80 плюс 40, 120. Я не знаю, ребят, попробую пробить. Да. У меня получилось. Чё он там, на что он там рассчитывал, я без понятия. Но то, что он отхватил лихо, это точно. Трицератопс, ютарептор. Ну, я возьму, наверное, гуанлунь и... Кого тут можно было взять? В принципе, коллаборинха можно взять даже. Если не побрезгуем. Я думаю, я не побрезгую. Попробуем сейчас так сделать. Будет атака? Ну, вряд ли он будет нас бомбить. Скорее всего, поменяется на ютараптора. И атакует. До свидания, дядя. Ну что, трицератопс, у тебя кишка тонкая. На меня тут наехать. А я наеду. Вот и все. Быстренько мы с тобой второй поединок выиграли. И у нас последний, заключительный бой. Раз, два, три. Ну ладно, пускай будет так. Раз, два, три, там всего два можно взять. Ну что, я тебе скажу, сразу вырубаем этого гадца. Ну и коллаборинха также. Что он тут вышел деловой, да? Сейчас с одной плюшки-то и поляжет у нас. Это уже крик отчаяния он сделал, напал на меня. Потому что уже ему нечего делать. Он прекрасно знает, что он сфейлится. А я прекрасно знаю, что я смогу победить. Ну что, друзья мои, мы быстро отыграли, и я получаю хавчик. Но мне нужно еще сыграть одну арену. Мне нужно сыграть еще одну арену для того, чтобы выполнить все ежедневки. Опа. Еще награду мы заработали. Йо, ничего себе. Блестящие доспехи. Тудзи. Офигеть, доспехи. Хоть бы не смешили меня. Так, и 310 ДНК. Здесь забираем ДНК. Так-с, погоди-ка секундочку. Что-то я хотел... и забыл чё. Мы же кого-то с тобой хотели прокачивать. Помнишь, какого-то ящера? Не стегоцефала случайно? Нет, не стегоцефала, а кого-то. Или стегоцефала? Нет. Блин, забыл. Так, нам надо диплозуха еще бы прокачать. Кого же я хотел-то, а? Сейчас и не вспомню. Не саркозух. Нет, не саркозух, но какая-то рептилия. Зухамим. Метеоринг, может быть, ты? Точно, метеоломгом хотели сделать. Вот. Надо не забыть, ребята, сколько у нас там. Твою налево, он 27 тысяч стоит, офигеть. Это много. Ладно, я пошел, короче, на арену. Давай, наверное, канозойку я возьму. Вот так вот. Попробую здесь отыграть. Может быть, выиграем, может быть, а может быть и нет. Сейчас посмотрим. Ну, зато ежедневки мы с тобой точно все заберем. Слушай, ну удивительно, что сегодня только один раз игра вылетела за довольно приличное количество времени. В прошлый раз там, наверное, за 5 минут раз 10 вылетал. Я уже просто психанул, уже не стал, ребят, играть. Ну что, с одной плюшки я выношу его, да, получается. Архиофициона этого. Музыка исчезла, это плохой знак. Так, у нас выходит гигантский олень. Ну, вырубит, понятное дело.
Сейчас снесет мне моего гасторниса. К сожалению. А вот мамонт сможет ли подбить оленя? Сейчас глянем. Не сможет. Не сможет. Ё-моё. Да, тут и Эримотери-то не сможет его пробить. 1205 хп. Ой-ой-ой, хорошо ударил. Вырубаем его, да? Бумс. Готов. Ну и выходи сюда. Уинтотерий. Одну очку действий потратит. И посмотрим, сколько у нас на мамонте будет. Ну, это неудивительно. Все, я тебе скажу сразу, ребята, ему крантарики. Даже если он сейчас тут сосредоточится, я не знаю, каким образом, все равно мы его пробьем. Мне нужно попасть всего две атаки по нему. Тем более он вот так вот делает. Окей. А я еще вот так лупану. Все, до свидания. Хе, нашел дурочка. По красоте, ребята. Ух ты, мамонтенок-то мой. Глазки-то какие живые, а. Приз любителя. 150 ДНК. Ну давай. Еще разочек провернем и посмотрим. 21 тысяча монет. И забираю все, ребята, ежедневки. Еда. Так, $45, спасибо. И тропический бульвар нам выпал. И 95 очков доверий. Ну что, друзья, на этой тогда ноте я буду сегодня заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.